Можно ли увидеть северное сияние летом или днем? Почему оно вообще возникает? И получается ли его предугадать? Привет! Это проект популярной географии на канале Вселенная Beautiful World. Викинги верили, что северное сияние – это блеск небесного чертога, куда попадают павшие в бою воины. Исландцы думали, что на небе танцуют эльфы, а саамы колебались между искрами, которые появились после взмаха лисьего хвоста и весточкой из мира мертвых. А на самом деле все проще и сложнее. Так что же такое северное сияние? Сейчас мы знаем, что северное сияние, как его еще называют полярным сиянием, это свечение верхних слоев атмосферы. Оно возникает благодаря их взаимодействию с протонами и электронами солнечного ветра. Это было доказано ранее, но в 2018 году ученые японского агентства аэрокосмических исследований воочию увидели, как через магнитосферу Земли проходит поток электронов. Сделать это удалось с помощью специального датчика. Это и было северное сияние. Почему северное сияние именно такого цвета? Когда частицы достигают уровня 400 км над уровнем моря, они возбуждают атомы азота и кислорода, и небо меняет свой цвет. Каким оно будет, зависит от высоты и состава атмосферы. За фиолетовый и синий отвечает азот, за зеленый – кислород. Японские ученые установили, что причиной распада полярного сияния являются плазменные вихри в околоземном космическом пространстве. А в 2018 году профессор Хельсинкского университета Мина Пилмрот обратила внимание, что иногда свечение напоминает песчаные дюны. Исследование показало, что такое возможно на высоте от 80 до 120 км. Из-за увеличения плотности атомов кислорода. Ранее финские ученые доказали, что северное сияние имеет звуковое сопровождение. Правда, услышать его можно только в морозную и безветренную погоду. Поднимаясь вверх, теплый воздух сталкивается с более холодными слоями атмосферы, несущими отрицательный заряд, и образуется своего рода купол, препятствующий движению частиц. Они теряют заряд, и переливы на небосводе издают звук. Так где же можно посмотреть на северное сияние? В основном северное сияние возникает в высоких широтах, вблизи магнитных полюсов Земли, на севере России, в Норвегии и Канаде. А у каждого домика в финских гостиницах есть стеклянная крыша с подогревом, позволяющая любоваться явлением, не покидая постель. Остается ждать, как долго – не угадаешь. Попытки предсказать северное сияние наблюдают за Солнцем, погодой, строят прогнозы геомагнитных бурь. Но 100% гарантии не дает никто. Тем не менее, каждую зиму в северные регионы устремляются туристы, желающие увидеть капризный феномен и показать северное сияние детям. Когда лучше всего наблюдать за северным сиянием? Появление Авроры Бореалис зависит не от сезона, а от солнечных бурь. И северное сияние бывает даже летом. Лучшим периодом для охоты считаются месяцы с сентября до конца марта. Ярче всего небо пылает с полуночи до 3 часов ночи. Днем переливы, к сожалению, забивает солнечный свет. Во времена солнечной активности увидеть аврору можно и в более низких широтах. Например, на новозеландском острове Стюарт. Регулярно фиксируют южное полярное сияние, брата-близнеца северного сияния. 18 марта 2015 года, благодаря сильнейшей магнитной буре, полюбоваться плавающим небом могли и жители Центральной России. Как вы думаете, где еще встречается полярное сияние? Земля – это не единственная планета Солнечной системы, где встречается полярное сияние. У Юпитера оно примерно в 1000 раз сильнее. Почему? Это выяснило в 2019 году международная группа ученых с помощью данных космического корабля НАСА «Юнона». Земля меньше, имеет более слабое магнитное поле и вращается медленнее. Зафиксирована аврора и у других планет. Не повезло лишь Меркурию. Из-за близости к Солнцу он лишился атмосферы, и заряженным частицам просто не с чем взаимодействовать.
А можно ли сделать северное сияние самим? Оказывается, северное сияние не обязательно дожидаться. Его можно вызвать искусственным путем. Это доказали советские и французские ученые еще в 1975 году. Они запустили с архипелага Кергелен в Индийском океане ускоритель частиц, испускающий электроны на высоте нескольких сотен километров. И те, двигаясь вдоль магнитного поля, попали в северное полушарие. Если бы не ненастья, жители Архангельской области наблюдали бы полярное сияние. Приборы его зафиксировали. Позднее французские ученые создали устройство, имитирующее условия в атмосфере Земли на высоте 80 километров. Теперь вызвать северное сияние можно даже в лаборатории. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!